В Крыму обсудили работу фестиваля «Таврида Арт» под Судаком. Сергей Першин, руководитель проекта, рассказал подробности проведения массовых мероприятий. Из-за эпидемиологической ситуации все мероприятия будут проводиться в сокращенном виде. Кроме того, большинство из них состоится в дистанционном режиме, в частности, в Москве. Это позволит снизить вероятность заражения участников форума коронавирусом. В этой связи фестиваля, такого фестиваля, каким он был в прошлом году, конечно, не предполагается. Фестиваль в целом разделен на несколько блоков. Эти блоки, они абсолютно разные. Это большая часть различных онлайн-мероприятий. Это мероприятия в Москве, это мероприятия в различных регионах, в том числе с участием руководителей субъектов. Лишь одна из пяти частей мероприятия на площадке форума «Таврида» под Судаком. Все события там пройдут в период с 2 по 6 сентября.